Господь, мы приходим к Тебе, Господь, в этот вечер, потому что Ты источник наш, потому что Ты, Господь, жизнь наша. Пастырь добрый, мы на этом месте, потому что Ты благословил нас жизнью, потому что Ты, Господь, дал нам Духа Твоего. И сейчас время поклониться Тебе, Господь, вместе со всей землей. Вся земля хвалу поет, лишь Тебе наш чудный Бог. И во всей вселенной нет, кто б с Тобой сравниться смог. Ты превосходнее всего на свете, и нет подобного Тебе. Ты наш Господь, Ты царствуешь вовеки, превознесем Тебя в хвале. Небеса Тебе поют, святый, святый, вся земля Тебе поет, достоин Ты. Все творение воздает Тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог Творе. Небеса Тебе поют, и мы поем Тебе. Небеса Тебе Тебе поет, достоин Ты, все творенье воздает Тебе хвалу, Господь, благословен наш Бог Творец, благословен наш Господь, благословен наш Бог Творец Его, благословен Иисус, благословен наш Бог. Вся слава Тебе, слава Тебе. Аллилуйя, Господь, слава, слава, слава Тебе, великий Бог, мы воздаем Тебе всю славу, всю честь на этом месте. Аллилуйя, драгоценная церковь, приветствую вас. И хочу, чтобы вы сейчас самое время повернуться друг к другу, поприветствовать, пожать руку, благословить в этом служении. Вся земля полна славы Господней. Аллилуйя. И вы знаете, в этот месяц, когда мы обновляем наши отношения с Богом, когда мы хотим обновления в нашем характере, в наших отношениях, я хочу прочитать одно место Писания в этом контексте. Это Галатам, 5 глава. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие и даже вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона, но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Ты знаешь, мы имеем величайшее благословение здесь, на этой земле, ходить в Духе и жить по Духу. Может быть, не всегда так получается. Ты знаешь, нам так всегда хочется быть хорошими. Нам так всегда хочется любить друг друга. Нам так всегда хочется прощать. Ударили тебя по правой щеке, а ты раз, и такой герой левую сразу подставил. И нам хочется поступать так, как Иисус сказал. Но не всегда это получается. Потому что плоды Духа, они не появляются сами по себе. И Писание говорит, что соединяющийся с Господом, он становится одним с Господом. И плоды Духа мы можем принести только тогда, когда мы соединяемся с Богом. Только тогда от святого рождается святое. Только тогда плоды Духа – это как следствие наших взаимоотношений с Господом. И знаете, может быть, когда-то вы переживали, когда-то наблюдали, когда мы заходим, просто заползаем в тайную комнату в каких-то проблемах, и когда соединились с Богом, мы на крыльях просто оттуда вылетаем. Почему? Потому что Бог приходит, потому что Его любовь сходит. И это так здорово. Поэтому каждый новый день для нас – это ответственность.
Принесем ли мы сегодня плоды Духа Святого? Потому что Он хочет, чтобы мы искали Его. Его не впечатляет просто наше присутствие на служениях. Его впечатляет тогда, когда мы ищем, когда мы стремимся, когда мы говорим: Господь, мы ухватимся, Господь, мы нуждаемся, Господь, мы приближаемся. И может быть сегодня в этом служении есть самое время приблизиться, самое время ухватиться, самое время сказать: Господь, я без Тебя ничего не могу. И сегодня самое время просто прийти к Богу такой, какой ты есть, и благословить Его святое имя. Давайте помолимся сейчас за это служение. Давайте просто будем искать лица Божьего в хвале, в поклонении. Драгоценный Господь и Бог наш, мы нуждаемся в Тебе. И Слово Твое говорит, что с искренними Ты поступаешь искренне. И сегодня мы искренне приходим к Тебе, как дети Твои, возлюбленные Твои. И желаем сегодня соединиться с Тобой, наполниться с Тобой, встретиться с Тобой, пообщаться с Тобой. Скажи только слово, Господь, и вся наша жизнь, она изменится. И сегодня мы воздаем Тебе славу. Сегодня мы хотим прославить Тебя, возвеличить Тебя, потому что Ты поднимаешь нас на свои высоты. Аллилуйя! Давайте воздадим Богу славу. Он поистину достоин. Он великий. Наш Бог достоин больших аплодисментов. Аминь. Богу, который был и грядет, Богу, который жизнь нам дает, Богу, который рядом с тобой, пой, душа, пой. Богу, который был и грядет, Богу, который жизнь нам дает, Богу, который рядом с тобой, пой, душа, пой. Мы славим Тебя, Господь. Ты достоин, Господь. Моя. Только Ты даешь спасенье и мое благословенье. Славь Господа всегда, ой, душа моя. Вся слава Богу, который был и грядет, Богу, который жизнь нам дает, Богу, который рядом с тобой, ой, душа слави, можна для нашого Господа, народ Божий. Слава, слава нашому великому, праведному, святому Ісусу Христу. Ми можемо присісти. Вітаю, дорога Церква Божа, дорогі брати і сестри. Сьогодні наш регіон має таку велику честь приймати участь у нашій помісній церкві.
І сьогодні особливий місяць. Знаєте, ми дуже роздумували, що таке особливе підготувати, як затронуть наші серця. Цей місяць, коли ми обновлюємо наші відносини з Господом. Знаєте, якщо я зараз по залу спитаю, хто має які відносини з Богом, да? Хто зараз що переживає, хтось скаже, що Бог мій пастир, хтось скаже, Бог мій друг, у когось наставник, у когось утішитель. Хочу сказати, що Бог ніколи не залишає нас в різні періоди життя. Від першого до останнього дня Бог веде нас. Коли ми тільки приходимо, ми є немовлята, Бог не залишає нас. Знаєте, як батьки, тільки немовля де крикнуло, батьки вже стоять біля колиски, гойдають. Точно так же Господь, коли ми тільки приходимо, Він особливо колише нас. Він є наш батько, Він турбується особливо за нас. Коли ми підростаємо духовно, ми стаємо духовними підлітками. Ми стаємо самостійнішими. Бог довіряє нам більше. Він уже вимагає від нас якихось дій. І настає вік, коли ми є зрілими в Господі. Да? Коли ми зовсім самостійні. Коли Бог використовує наші дари і таланти. Коли в нас настають особливі відносини. Коли ми стаємо друзями. Знаєте, які б не були відносини. Всякі відносини, вони є особисті. Наші з Господом, вони є таємні. Але явними вони стають тоді, коли ми бачимо зміни в житті кожної людини. Ви знаєте, ми готувались, і нам потрапило одне відео. Воно дуже таке, знаєте, підбадьорююче. Ми його сьогодні покажемо тому, знаєте, що цього молодого чоловіка ми знаємо. Він відвідує нашу церкву, він колись заключав завіт з Богом. І, знаєте, для мене воно тронуло, тому що я особисто знайома з цією людиною. І він знімається в рекламних відео. І коли я це побачила, коли мені показали, я сказала, Боже, це ж Антон, я його знаю. І я зрозуміла, що не кожен молодий чоловік сьогодні погодиться благовествувати Євангеліє, знімаючись в такому відео. Знаєте, може це не завжди прибутково. На жаль, ми хотіли, щоб він приїхав, засвідкував, але коли ми созвонилися, він каже, у мене сьогодні зйомки, я не можу. Він каже, Оксана Дімна, я боюсь вас підвести. Але наступного разу, наступне відео, обов'язково він буде серед нас. Давайте ми подивимося, підбадьоримось. Цей молодий чоловік, він не соромиться заявити, знаєте, дуже голосно, що Господь – це мій друг. Чем дольше я живу, тем больше понимаю, что настоящих друзей мало. Но у меня есть такой друг. Знаете, я могу прийти к нему с любыми вопросами или проблемами, и он выслушает меня, поймет и никогда не осудит. Поэтому с ним я могу быть таким, какой я есть. Но при этом он не закрывает глаза на мои недостатки, а всегда готов сказать правду, даже если мне это неприятно. И в то же время он готов помочь справиться с этими недостатками. Потому что он верит в меня. Даже тогда, когда я сам в себя уже не верю и опустил руки, и все вокруг от меня отвернулись, даже тогда он готов прийти на помощь и в который раз доказать, что он мой настоящий друг. И ему не важно, как я выгляжу и есть ли у меня деньги. Ему просто важен я. А самое интересное, что в трудную минуту он был последним, кому бы я пришел за помощью. Но меня зацепило то, что именно он стал первым, кто пришел меня спасать. Вот почему я знаю, что у меня есть настоящий друг. Его зовут Иисус. Прекрасные слова, да? Ну, будемо Антона чекати наступного разу, а я хочу вас познайомити сьогодні ще з одною людиною.
Це служителі, це сім'я, вони несуть диякінське служіння в нашому регіоні. І я хочу запросити до мене сестру Світу. Свічка, будь ласка. Ви знаєте, з Світою ми знайомі дуже давно. Ми ще познайомились, коли ми були просто членами церкви. Ми сиділи всі в одній домашній групі. І деяконом у нас тоді була Наташа Бабінець. І ви знаєте, я думала, вже пройшло скільки років, і весь той склад нашої домашньої групи, всі на сьогодні, всі несуть служіння. Ви знаєте, сестра Світа з її чоловіком Ігорем, вони несуть служіння, вони беруть тільки сімейні пари. Коли я приходжу до Ігоря і прошу, говорю, Ігор, візьміть цю людину до себе в домашню групу, вони кажуть, вони в парі, ми хочемо служити тільки в парі. Світочка, скажи, тобі сподобалось відео? Я в восторгі. Я знаю, що ти дивилась це відео з особливими переживаннями. Чому? Ну, я, скажем так, случайно наткнулась на это видео, листая ленту Фейсбука, и почему-то лицо мне показалось знакомым. Я присмотрелась и говорю, боже, да это же мой сын. Бывает так. Я не зря сказала, що ми дуже знайомі з Світою давно. Ви знаєте, я знаю, що не завжди Антон міг сказати, що Господь мій друг. І я знаю Світу, я знаю, що ця людина, вона настільки ходатай, вона настільки завжди боролась за його спасіння. Свічка, я знаю, може, є в залі люди, які точно так же, як ти, моляться за, може, за свого сина, за свого чоловіка, за своїх рідних. Розкажи нам, будь ласка, свій шлях. Ну, що я хочу сказати? Діти – це великий подарунок від Господа. Це очень драгоценный подарок от Господа. И я бесконечно благодарна Богу за такой подарок. Ну, увидев это видео, у меня сын, на счастье, я не знаю, наверное, он скромный, и ну, не поставил меня просто в известность, что он снимался в нем. И я, ну, Господь показал мне его. И я приняла его как пророческое, это видео. Я сказала, да, Бог. Я знаю, что ты будешь, ты есть, и ты всегда будешь самым близким его другом. Ну, что я могу сказать? Мы много лет молились, и потом Господь сказал мне, начинай пророчествовать его в жизни. И я начала пророчествовать Слово Божье в его жизнь, потому что оно действенно, оно не возвращается тщетно, но приносит то, что Господь сказал. Я начала исповедовать слово, что мой сын, он будет научен Господом, и мир великий будет у моего сына. Я начала исповедовать, что Иисус будет отражаться в его жизни, что законы Божьи он вложит в его сердце, в его разум. И вы знаете, я вижу руку Божью в его жизни. Я знаю, что мы, особенно когда дети вырастают, мы мало имеем на них влияния, но только своей любовью. Но я знаю, что тот, кому я его посвятила, он его не оставит, никогда не покинет. Я очень прославляю Господа, я благодарю Бога, я безмерно счастлива, что есть Бог у меня, что Он Бог моей семьи, что Он Бог моего сына, что Он Бог моих близких. Слава тебе, Господи. Спасибо, спасибо, Свечка, спасибо. Ви знаєте, я б дуже хотіла, щоб ми звершили одну молитву. Ніємія говорить, сражайтесь за дома ваші, за сім'ї ваші, за братів ваших, за чоловіків ваших. Ви знаєте, в нашій, крім сімей, у нас ще є духовні сім'ї, наші домашні групи. Знаєте, закінчується рік, і я дивлюсь, деяких людей біля нас уже нема. Хтось сидів поруч з нами на нашій лавочці, може на служіннях. Ми обертаємося, а цих людей уже нема. Може, потрібно нам встати і почати сражатися за цих людей. Може, нам потрібно піти і подивитися, де ці люди. Нам не можна опускати руки, народ Божий. Я б хотіла, щоб ми сьогодні встали і помолились такою молитвою, щоб ми воззвали до Бога. Алілуя, Господь, ми славимо і величаємо Тебе, наш Царі Бог. Боже, ми молимо Тебе, Господь мій, за спасіння наших рідних і наших близьких. Господь мій, Ти спас нас, Ти врятував нас. Ти дав нам спасіння, Господь мій. І, Господь, ще є діти, Господь, які не спасені. Боже, ось ми перед Тобою.
Пошли нас, Бог мій. Забери всякий страх, всякі сумніви, Боже. Підніми руки, які вже опустилися. Бог мій, ми знаємо, що проходить час, ми взиваємо, і нічого не відбувається. Але ти, Бог вірний. Ти сказав, спасешся ти і весь твій дім. Господи, ти чуєш молитви матерів, які взивають за своїх дітей. Спаси їх, Бог мій. Господи, ти бачиш ще неспасених чоловіків і дружин. І ми взиваємо за них. Господи, Боже, благослови і освяти. Ми ось перед Тобою, Боже. Ми хочемо бути тими, Господь, хто підуть. Ми знаємо, Дух Святий, що Ти поведеш, Ти покажеш, Ти покладеш нам потрібні слова на серце наше. Господь, і нехай слово, яке буде сіятися, Боже, нехай повертає Твоїх дітей додому, до Тебе, Боже. Дай нам сили і мудрості, Господь мій. Дай нам сміливості, Боже. Боже, поверни дітей, яких угнав сатана. Бог мій, ми стоїмо сьогодні в цій молитві. Подивись на нас, Боже. Ми славимо Тебе і величаємо во ім'я Ісуса Христа. І ми поклонимося нашому Господу. Батько наш, ми дуже потребуємо Тебе. Ми шукаємо Тебе, Господь, нашим розумом, нашим духом, нашим серцем. Боже, ми знаємо, що тільки Ти і Твій дотик може змінити все навколо нас, може змінити наші сім'ї, наші родини. Ми просимо Тебе, Господь, торкнись сьогодні кожного серця, торкнись сьогодні кожної потреби, торкнись сьогодні, Господь, кожного, хто має сльози на очах, хто має, Господь, турботу. Шукаю Тебе думками своїми, шукаю Тебе всім серцем моїм, шукаю Тебе всім єством моїм, шукаю Тебе, шукаю Тебе, я шукаю Тебе, шукаю Тебе думками своїми, шукаю Тебе всім серцем моїм, шукаю Тебе всім єством моїм, шукаю Тебе, шукаю Тебе, доторкнись до мене, Ісусе. Чудес, скільки дива створив Ти, скільки разів Ти мене підіймав, скільки разів милосердних обіймав, свою любов Ти мені дарував. Yeah.
коли ти торкаєшся, все змінюється. Господи, ти торкнувся одного разу прокаженого, і він очистився. Господь, ти торкався втомлених, знеможених людей, і ти повертав в них віру і надію. Ти торкався калік, і вони піднімались на ноги, і їхні кості укріплялись. Господи, ми віримо, що сьогодні ти так само можеш торкнутися нас. І сьогодні, Боже, ось ми, ось наш дух, ось наша душа, ось наше тіло, ось наші потреби, ось в молитвах наші, члени наших родин, наших сімей, наші знайомі, близькі. І ми потребуємо Твого дотику, Господи, торкнися нас. Колись жінка пробилася через натовп, торкнулася Тебе, і джерело її болю, джерело її страждання, воно було зцілене і забране. Сьогодні, Господь, Ти торкаєшся нас, і ми простираємося до Тебе, щоб пережити цю точку контакту, точку дотику між нами і Твоєю силою. І ми сьогодні віримо, Господь, що цей момент, коли ми торкаємося Тебе, а Ти торкаєшся нас, рішаються потреби, рішаються проблеми, з'являється світло в кінці тунелі, з'являється вихід, приходить сила, слава і благодать Твоя. Ми віримо Тобі, наш Бог. Ми сподіваємося на Тебе і покладаємо на Тебе нашу надію. І все, Господи, що сьогодні тривожить, засмучує, хвилює, турбує наше серце, ми віддаємо Тобі. Бо Ти є наш Батько, Ти є наш друг, Ти є наш Цар, Ти є наш Спаситель, Ти є наш Господь. Сьогодні, Господи, твори волю Твою в цьому служінні, підбадьор наше серця, обнови наш дух, обнови нас Словом Твоїм Святим, помаж нас присутністю Твоєю і благослови нас. Бо ми любимо Тебе, ми шануємо Тебе, ми надіємося на Тебе. І Тобі, наш Господь, ми сьогодні віддаємо славу і честь і хвалу по віки вічні. Амінь. Церква, давайте ми прославимо Господа. Ми віддамо Йому славу нашими аплодисментами, нашими устами. Слава Ісусу Христу, слава Богу нашому. Бог наш добрий, Бог наш прекрасний. І мені б так би хотілося, щоб ми ще раз могли посміхнутися тому, хто поруч із нами, сідаючи, можливо, сказати якесь добре побажання, слово благословіння та благословити нас Господь. Сідайте, будь ласка, дякую, група прославлення, дякую музикантам, дякую сьогодні нашим братям і усім, хто сьогодні приймає участь у служінні. У нас сьогодні добрий вечір, правда, браті і сестри? Амінь, амінь. Хороший, гарний осінній вечір, і ми зібралися для того, щоб разом розбирати Боже Слово. Однак, як правило, завжди, перш ніж ми переходимо безпосередньо до Слова, я роблю кілька оголошень, сьогодні не виняток. Перше оголошення, яке хочу зробити, мене попросили оголосити про це. Як виявляється, кожної п'ятниці о 19:30 в третьому класі, у нас у храмі в третьому класі, у нас є група сестер, і я розумію, братів, напевно, і сестер, які спеціально збираються помолитися за своїх рідних і близьких, особливо це мами, в яких діти залежні. І це так в тему сьогоднішнього вечора, сьогоднішнього служіння. Тому п'ятниця, 19:30, третій клас, пастор району Володя Погасів відповідальний за це служіння. Вони так згуртувалися, вони моляться разом, стоять в проломі за спасіння дітей, можливо, також чоловіків, рідних, близьких, особливо тих, хто залежний, алкоголь, наркотики, будь-яка залежність. Тому, хто бажає приєднуватися, у вас є така можливість, це не замість домашньої церкви в жодному разі, але якщо у вас є можливість і бажання додатково ще походатайствувати, є можливість прийти на такі служіння. Також хочу сказати про те, що у нас відбулося, ми знаємо про це, відбулося прекрасні конференції чоловіча, жіноча. Ми ще знаходимося в такому жіночому антуражі, так би мовити, в такому. Мені в неділю випало проповідувати на фоні цих квіток із запалених, вірніше, не запалених, а таких красивих підсвічників. І ще ми переживаємо спогади про жіночу конференцію. Але вже наближається буквально за півтора тижня молодіжна конференція. Наша молодь готується, євангелізує. Може, ви бачили, браслети молодь носить. Real Life Fest. Через суботу у нас буде прекрасна молодіжна конференція. І хочу зробити таке оголошення. Раптом Бог чує серце побудуть і хтось відгукнеться. Наш готель в МДЦ, в молодіжно-духовному центрі, вже приїжджою молоддю забитий, вже все заброньовано. І ще є молодь, яка хотіла би приїхати, але вони не знають, як і де їм можна розміститися, бо в готелі вже, на жаль, чи не знаю, на щастя, повністю все заповнено, вже не вистачає місць. Їм до мене звернулись пастори і просять, можливо, хтось відгукнеться і зможе на одну ніч суботи, на неділю прийняти в себе вдома людей. І якщо вас Бог побудить, і ви були
були б готові послужити гостинністю. Я знаю, наша церква дуже гостинна. Будь ласка, в нас зазвичай за розселення і на річницях наших відповідає сестра Іра Літовченко, яка також у нас в духовній аптеці. Я думаю, що ви знаєте сестру Іру, правда? От до сестри Іри зверніться, будь ласка, і вона вже далі цю інформацію передасть мені. Ми зможемо сказати, чи зможемо ми ще прийняти тих людей, які захочуть до нас приїхати, і на ніч суботи, на неділю після молодіжної конференції їх розмістити. І останнє оголошення. У нас сьогодні розбір слова по пророку Єремії, а наступного разу ми будемо вивчати життя Єзекіїля. І життя Єзекіїля. Ми навіть не показуємо текстів на екран, оскільки це книга пророка Єзекіїля. Знайдіть її в Біблії, погортайте. Книга надзвичайно цікава, дуже специфічна. Видіння і пророцтво, яке Бог дав пророку Єзекіїлю, відрізняється абсолютно від всього, що бачили інші пророки. Вона, напевно, найбільше з усіх старозаповітних книг схожа із новим заповітом з книги «Відкриття» або «Об'явлення» Іоанна Богослова. І тому, я думаю, нам буде дуже цікаво підготуватися. Готуйте запитання, готуйте відкриття свої власні, читаючи книгу пророка Єзекіїля, можна її перегорнути, перечитати на наступний вівторок. Сьогодні ж пророк Єремія, і розбір слова в нас буде проводити пастор Леся Науменко. Давайте ми її привітаємо. Пастор Леся, будь ласка. Мир вам, браті і сестри. Слава Богу за наше служення по вторникам. Знаєте, всіх нас привела сюди любов Божа. Ми поклонялись Господу, ми вспоминали Його любов. Ми здесь всі привлечені Його любов'ю. І Бог сьогодні буде говорити наші серця. Бог сьогодні буде щось, Бог сьогодні приготував щось особливе, якесь особливе сім'я, особливе откровення для кожного з нас. Якесь послання своєї любви для кожного серця. Єремія, он был особенным человеком, потому что о нем нельзя говорить, не говоря о истории израильского народа. О нем нельзя не говорить просто о нем. Его история жизни его переплетена плотно и тесно переплетена с событиями в жизни всего израильского народа. И события трагические. Как и жизнь у Еремии, она была очень драматичная, она была сложная, скажем так. Он переживал вместе с израильским народом все, что переживал израильский народ. В этот период Вавилон захватывает Израиль, в этот период Иерусалим переживает осаду двухгодичную, в этот период Иуду забирают в плен всех самых прекрасных людей, всю храм забирают все из храма. В этот период он переживает вместе со всем израильским народом, хотя он не согрешил, и мы будем говорить его положительные и отрицательные стороны, но он вместе с ними проводит эти страдания. И Бог в этот тяжелый период жизни, наказание, когда уже пророки говорили, и наказание вот уже пришло, и Бог в этот период говорит с народом еврейским. И Бог в этот период посылает своего посланника, своего пророка, и все равно говорит к ним слова свои. Открывает свое сердце и несет им слова пророческие. Где-то он их хочет устеречь от каких-то моментов, где-то он хочет их поправить. Где-то он хочет их направить, Бог все равно надеется на покаяние израильского народа. И мы запишем короткую справку о Иеремии, где упоминается в Библии. Второе Паралипоменон, 36 глава, Ездра, 1 глава, 1 стих, Иеремия, 1 глава, 20 глава, 26 глава, 28 глава, 32 глава, 36 и 44. По всей видимости, что послание Иеремии не написано хронологично. Мы видим, что события могут идти раньше или позже, какие-то пророчества раньше или позже. Оно собрано чуть-чуть, разбросано по главам. И здесь именно то, что говорится о исторических каких-то моментах. 20, 26, 28, 32, 36, 44 глава.
Даниил, 9 глава, 2 стих. Матфея, 16 глава, 14 стих. Матфея, Иисус спрашивает, за кого вы почитаете меня? И одной из версий было, некоторые почитают за пророка Иеремию. И 27 глава, 9 стих. Записали, да? Краткая биография. Дата и место рождения. Краткая биография. Дата и место рождения. 600 год до нашей эры. Город Анафов. Город Анафов. Есть предположение, что этот город недалеко находился от Иерусалима, и что этот город был уделом для левитов, для священников. Что там жили священники. И семья и родственники, мы записываем, отец Хелкия – священник. Его отец был священник. Отец Хелкия – священник. Записали, да? Другие данные. Был призван в молодом возрасте. Пророчествовал 40 лет в правлении 5 последних царей Иудеи. Был призван в молодом возрасте. Написано, что Бог его призвал, и он точно так же разговаривал с Богом и спрашивал, что я молод. Но Бог сказал, иди, я буду с тобой, и говори слово мое. Пророчество 40 лет в правлении 5 последних царей Иудеи. Начало его служения – это праведный царь Иосия, и остальные 4 царя были неправедны. Неоднократно был в темнице, неоднократно он терпел непризнание, его слова неприятны были для людей, его слова неприятны были для царей, для священников, для лжепророков, которые говорили, что все будет хорошо, надо народ ободрить, мы победим. Иеремия говорил противоположные слова и неоднократно за это попадал в темницу. Умер в изгнании. Когда народ израильский, он хотел убежать в Египет, они его захватили с собой и забрали с собой. Умер в изгнании. Записали, да? И я предлагаю, чтобы мы открыли Слово Божье, 20 главу, и прочитали небольшой отрывочек, переживания Иеремии, его, скажем так, сердце, то, что он, его разговор с Богом, как он с Богом говорил, как ему было тяжело, но это слово, оно было как огонь внутри него, и Бог все равно его посылал, ему было тяжело, его не принимали, и он с Богом был в таком общении. И 20 глава 7 стиха и 9 стих. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношении мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог». Иеремия говорит, что слово его, Божье слово, оно было как огонь внутри, и он истомился его держать, оно его внутри сжигало, и он не мог противостать Господу, и он все равно говорил слово, которое давал ему Господь. И мы запишем основные события Библии. Главное событие Библии, связанное с ним. Призвание Иеремии. Бог его призывает. Обличающее пророчество. Бог ему дает пророчество, обличающее народ, что народ живет, поклоняясь другим богам, что они не любят друг друга, что они относятся друг к другу с ненавистью, что они друг друга не уважают, что
царит просто беззаконие на земле израильской. И Иеремия об этом пророчествует. Предсказание о 70-летнем вавилонском пленении. Иеремия говорит пророчество о днях пленения. Он говорит точное время, которое израильский народ будет находиться в плену. И мы читали, что Даниил высчитал это время, и он по пророчеству Иеремии понял, что уже будет возвращение скоро. И Иеремия неоднократно в темнице и яме. Четвертое. И Иеремия неоднократно в темнице и яме. Неоднократно он попадает, свои же люди его кидают в темницу, в яму. И чудным образом Бог его спасает. Через других людей, даже через иноплеменников, которые захватывают, Бог его выводит из темниц. Завоевание Иерусалима. Иерусалим находился в осаде. И Иеремия вместе со всеми переживал голод. Было тяжелое время для Иерусалима. И, наконец-то, Иерусалим пал. И из храма выносятся все вещи, все ценности. Но Иеремию не забирают в Вавилон. Оставляют ему, предлагают на выбор, и он остается. Плач Иеремии. Шестой плач Иеремии. Иеремия говорит слова переживания его сердца о том, что происходит. И седьмое. Иеремия силой уведен в Египет. Иеремия силой уведен в Египет. Иеремия пророчествовал этим людям и говорил, царю говорил, что Египет для вас не поддержка, сдайтесь. Бог говорит, чтобы вы сдались, чтобы вы отступили, чтобы вы не искали поддержку в Египте, и тогда вам будет благо, и тогда Бог даже там вас благословит, в изгнании, Бог будет с вами, Бог вам даст помилование. Только смиритесь пред Господом. И все равно народ противится и не слушает Иеремию. По-моему, ни одного слова и из того, что он говорил, народ не послушал. И силой они уходят в Египет, и силой забирают его. Другие важные личности, связанные с ним. Цари Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония и Седекия. Цари Иосия, Иоахаз, Иоаким, Иехония и Седекия. Царь Навуходоносор II, вавилонский царь, который захватил Иерусалим. И у него был такой помощник, Варух. Бог послал ему верного помощника, который записывал его пророчества, который иногда ходил с этими пророчествами и говорил их. И к царю мы знаем, что он пришел, и царь потихоньку эти пророчества сжигал. Помощник Варух, Бог ему послал все-таки маленькую человеческую поддержку. Никто не поддерживал его, но был человек, который был искренним сердцем, который искал Господа, искал его правды. И он подошел к Иеремии и стал ему помощником. И давайте мы поговорим о положительных, не включаем на экран их, потому что мы попробуем поговорить. Положительные и отрицательные стороны. Какие же у Иеремии были положительные стороны? Давайте мы с места можем выкрикивать. Смелость. Правильно, смелость есть такое. Что? Ревность по Богу. Он был покорный, послушный и покорный Богу. Верный, да. Терпеливый, да, долготерпеливый, я бы сказала. Посвященный своему призванию, да? Бог его призвал в молодом возрасте, Бог его призвал, и он был посвящен своему призванию. Еще. Патриот, он любил свой народ, он остался с ним, он не захотел уходить, он не захотел где-то
где-то укрыться. Он был с народами, переносил все тяжкие с народами, голод. И все, он любил свой народ, несмотря ни на что. Бескомпромиссный, прощающий. Да. Еще есть? Записываем. Положительные, отрицательные стороны. Первое. Смелая проповедь, несмотря на гонения. Смелая проповедь, несмотря на гонения. Мы точно знаем, что и Иеремией руководил Дух Божий, потому что самому вот так вот идти к царям, даже есть фильм «Иеремия, обличитель царей», так и называется, «Обличитель царей». Смело идти ко всем царям, смело выступать и говорить слово, которое, в принципе, никто не примет, то надо быть водимой Духом Божьим, надо иметь внутри этот огонь. Смелая проповедь, несмотря на гонения. Послушание Богу, мы говорили об этом. Терпение и стойкость, говорили об этом. Настолько он был терпеливый, сколько он переносил скорбей и в темницах, и в яму кидали его, но он терпел, стойко терпел, верно терпел, и до конца своих дней он нес Слово Божье и нес свое призвание. И четвертое, любовь к своему народу. Мы тоже об этом говорили. Любовь к своему народу. Записали. И давайте, может, есть вопросы. У нас брат Рома готов с микрофоном. Если есть вопросы по личности Иеремии, может быть, какие-то размышления. Есть у нас вопросы? Можно поднимать руку, и брат Рома подойдет к вам. Есть вопросы? Я не вижу ваших рук. Нет, нет ни одного вопроса. Даже у сестры Вали нет. Ну что, есть? Сестра Валя стесняется. Сестра Валя, задавайте уже хоть кто-то, хоть один. У мене таке розмишлення. От, в принципі, мене дуже зачепило, що 40 років людина служила, будемо говорити, успіху ніякого, більше того, тільки страждання одні. І я так прикладаю до себе. От я була на одному служінні, щось не виходить, ах, не моє, треба міняти. Була на другому, ах, не вистачає таланту, треба міняти. І знаєте, так багато людей, навіть пастор Коля колись сказав, що він всі служіння перепробував. От. Сестра Валя, тут козирі просто йдуть вже. Да. А тут, понимаете, все життя одне і те ж, пророчество, пророчество, вроде як і неуспішно, і тебе кидають, і вроде вже ж, а раптом це не від Бога. Ну, я так, по людських мірках. І все одно він за це тримається. От чи можемо ми для себе щось узяти? Може, не варто служіння міняти, може до кінця йти в тому, що тебе поки що не виходить, наприклад. Ну, що ми так вже якось? Пастирі вже просто затронули. А бідному гусарі замовлюйте слово. А, сестра Валя, я міняв служіння не того, що в мене не вийшло. Я це завжди кажу, дивіться, є різниця. Є різниця, коли ти шукаєш своє служіння. Ну, от люди приходять і кажуть, я хочу нести служіння. Пастор, скажіть, яке? Я говорю, є що? Бог. От сестра Свята підказує, в хор. Всіх в хор. Я кажу, я не Бог, я не знаю, який Бог дав тобі дари, таланти, я не знаю, що Бог в тебе помістив. Ти хочеш узнати, яке твоє служіння, що робить? Все, що може робити рука твоя, по силам, робить. Пробуй. Попробував одне, інше, друге, десяте, і десь на якомусь етапі всередині з тебе щось детонірує, ти відчуєш, о, моє. Але є різниця між тим, коли ти пробуєш просто служіння, практикуєш у всьому. І я дійсно, я кажу, я кроме танців, все фактично. Танцями Бог милував і мене, і глядачів. Я пробував, я служив у всіх служіннях, які тільки можна, чого. Я пробував, і всюди, де треба було, хоронить я. Пам'ятаєте в тому фільмі, хто? Я. От, а туди, да, я. І це нормально. А потім я відчув, найбільше от в моєму серці спрацьовує, коли я ділюся словом з людьми, коли я навчаю. І я почав служити просто людям. Спочатку недільна школа, потім
їздив наставником в табір, і далі, далі, далі Бог мене піднімав, домашню групу вести і так далі. І от до чого я веду, браття, сестри? Є різниця, ось цей момент, а є різниця момент, я попробував, а, з першого разу не вийшло, ну все. От, тобто, якщо в тебе не вийшло, це не привід кидати служіння. Це не привід кидати служіння. По-перше, можливо, це екзамен. По-перше, зразу не у всіх все виходить. Є екзамен, наскільки сильно ти цього хочеш. Є можливість проявити свою вірність, своє терпіння. Тобто, давайте я скажу вам так, не треба кидати служіння, якщо воно в тебе не вийшло. Служіння можна залишити і перейти в інше служіння тоді, коли тебе Бог кличе в інше служіння, а не тоді, коли в тебе тут не вийшло. Зрозуміло, да, браття, сестри? Коли тебе Бог далі веде, і Бог тебе далі кличе, і Бог тебе далі піднімає, тоді від віри віру, в силу і так далі. Ну просто, а в мене не вийшло, ну все, ну значить, ну, Господи, значить не судьба. От, ну не вийшло в мене. Це не вихід. Тут важливо розуміти, якщо Бог тебе кличе, то ти будеш це робити, навіть якщо в тебе не виходить. А потім в тебе виходить трошки краще, трошки краще, трошки краще. Приблизно, я відверто вам скажу, от я в цьому році, це 2015, давно зараз на дворі, от якраз восени 2015 року сповняється, в листопаді місяці сповняється 10 років, як я став пасторське служіння. От як мене на сцені благословили спочатку на пастора регіону, потім пастора молоді, і от потім вже пастор помісної церкви. Перших 2-3 роки в мене жахливо не виходило пасторське служіння. Я старався, як міг. У мене дуже не вийшло. Я чесно вам про це скажу. І я дуже вдячний Богові, що мене замість того, щоб зразу поставити на мені хрест, і щоб я на собі поставив хрест, служителі, які були поруч зі мною, казали, ну давай, бо вони бачили потенціал, вони бачили задатки. Ну перших 3 роки, це мені було дуже важко. І я прийняв одне просте рішення. Навіть сьогодні ми з пасторами спілкувалися, ділився цим. Я прийняв дуже просте рішення. Я не здамся. От я не здамся. Чого? Бо я знаю, що Бог мене сюди покликав. Оце, що було в Єремії. Не здатися, якщо ти знаєш, що Бог тебе покликав, іди до кінця. Інше питання, Бог тебе десь переключить твій фокус. Ну, не можна управляти автомобілем, який стоїть на місці. Ти мусиш їхати, Бог тоді направить. А якщо ти затормозив, Господі, покажи, куди їхати. Ні, ти їдь. А Бог буде крутити руля. Тому хай Бог нас благословить. Зрозуміло це, браття і сестри? Да? Хай Бог благословить нас мудрості. Пастор Леся, я отработав. Може, еще, вон, Рома, вопрос, пастырь, может, не садитесь. Алло. Вопрос. О, уж. Да. Отношение Навуходоносора и Иеремии, потому что он личному своему телохранителю Навузардану дал специальное распоряжение о Иеремии, то есть какие у него были к нему отношения, каким образом, как бы они, как бы, как он к нему относился, есть ли какие-то другие источники этого? Ну, я как бы скажу свое мнение, то, что я перечитала литературу, если неправильно, пастор Николай поправит, что Иеремия пророчествовал о Навуходоносоре как раз хорошо, что он завоюет, что у него получится все. Поэтому это было сладко для царя Навуходоносора эти слова. И он их слышал, что есть такой человек, который пророчествует о том, что он будет победителем, что у него будет много завоеваний. И наверное, из этих мотивов он и послал, чтобы нашли Иеремию и вытянули его из темницы. Пастор Николай подтверждает эту версию. Скорее всего, так. Вот такое предположение, что он слышал о том, что есть такой пророк, и он говорил хорошо. Еще есть вопросы? Есть вопросы. Появились вопросы. В книге Иеремии часто его просили не пророчествовать, потому что от его пророчеств опускались руки воинов. Там прям так и написано. И такой вопрос. Это, ну, то же самое, что если, допустим, сейчас сказать вот Донбасс, да, Россия, там, ну, и сказать то, что нам всем не понравится. То есть это Иеремия говорил постоянно. Вопрос, как определить, что это действительно от Бога, и ты должен это сказать? Или же просто молчать и молиться, допустим, если тебе какая-то ситуация не нравится, вот как вот в Израиле была. Ну, есть Слово Божье. Мы определяем все по Слову Божьему. Если убийство – это грех, то в любом случае это грех. Хоть ты, какой национальности ты не убьешь человека. Всякое откровение должно быть подтверждено Словом Божьим. Да. Братья, сестры, дивіться, я знав, що буде питання і паралелі з нинішньою ситуацією в Україні.
От я навіть не сумнівався, що про це запитають. Дивіться, тут є різниця чуть-чуть. Знову ж таки. Як ситуація, коли Єремія пророкував. Єремія спочатку, якщо ви передивитеся от його, хоч там не все дійсно хронологічно розміщено в книзі, так як пастор Дася казала, але якщо ви передивитесь пророцтво, очевидно, що був період, коли він пророкував і говорив: «Люди, покайтесь, бо будете наказані». Було таке, правда? «Люди, покайтесь, бо будете наказані». А потім прийшов момент, коли він вже проповідує: «Все, вже будете наказані в будь-якому випадку. І вже покарання буде немінуєме». Тоді принаймні вже кайтесь, не кайтесь, все, приїхали, вже будете наказані. То принаймні тепер не дьоргайтесь, а прийміть смирено це наказання і понесіть його достойно. Через це тут не можна до кінця проводити паралели. Я хотів би зразу від цього застерегти. Деякі люди, до речі, на цьому, вони кажуть: ми, так сказати, пророки Єремій. Ми кажемо, значить, що треба в різні епохи це було, і коли вони ну, от все, там, ніякого спротиву, ніякого захисту, ми маємо відступати і так далі. То, дивіться, тут не можна цих паралелей проводити. Є буквально практично для нас. Коли ти щось робиш, є попередження завжди. На дітях давайте приклад проведу. Якщо моя дитина балується, я завжди попереджую 3 рази. Я раз сказав, там, Яна чи Святослав, не балуйся. Не балуйся. 2 рази. Перестань. Я кажу, так, я говорю 3-й раз. Після 3-го разу можеш кричати: «Тато, вибач, пізно». От, тоді підставляй благословенне місце і не дергайся. Достойно неси своє покарання. Чого? Бо вже заробив. Вже тепер, от після 3 раз, я вже просто за те, що ти вчасно не відреагував, за те, що ти не слухався, за те, що вже не за те, що ти робив це, а за те, що ти не відреагував на мої попередження. Будеш наказаний за це. Не за те, що ти навіть зробив неправильно, а за те, що я сказав раз, другий і третій, ти все одно получиш. Я думаю, щось подібне тут. І тому Навуходоносор наступає, і Бог каже, навіть в деяких моментах називає: «Раб мій Навуходоносор, інструмент в моїх руках, ремінь в Божих руках, щоб всипати непослушному Ізраїлю». І от ви вже ісчерпали ліміт попереджень. Все, достатньо. Тепер ви просто будете наказані. Но, іменно того, щоб ви восприйняли це як покарання, якщо ви, а Єремія їх попереджає, якщо ви просто зрозумієте, що це Божий суд над вами, і тут не потрібно, то це не просто беззаконня, яке вторгається на нашу землю, а це Божий суд, і це прямо було попередження, що це Божий суд, це прямо було сказано, що це Божий суд. Прямо було сказано, що це так. То якщо це так, то ви не супротивляйтесь, і тоді ви залишитесь живі. Тоді відкрийте ворота, здайте зброю, не треба ніякої осади, і всім буде добре. І підете, да, і там будете благословені в Вавилоні, через 70 років вернетесь. Зрозуміло, да? Тобто, бо вже все невідворотність. А поки можна було покаятись, треба каятись. Тому паралелі нема таких. Бо якби, знаєте, перед цим Бог попереджав і казав: «Кайтесь, люди, кайтесь, бо, так сказати, Навуходоносор прийде». Ну, тут було трошечки інакше, тут була трошки інша ситуація. Тому давайте брати не для політики, а для свого конкретного життя. Останній акцент. Для свого конкретного життя. Коли тебе Бог раз попередив, 2-й раз, 3-й, 4-й, я не знаю, де цей ліміт закінчується, Божого довготерпіння, кайся, поки чуєш. Бо потім пошле на тебе Бог Навуходоносор і скаже: все, кайся, не кайся, все одно получиш. Ну, все одно треба покаятися, правда? Все одно треба признати. Но тепер вже не від доброго життя, а просто від того, що вже мусиш. Тому хай Бог дасть нам мудрості реагувати на Божі підсказки, Боже керівництво. І откровення Божі, вони даються на своєму рівні. Якщо ти лідер домашньої групи, то Бог тобі дасть откровення іменно на твоєму рівні домашньої групи. Бог не буде говорити: «Вот Сирія, вот США, вот Росія, політика, ти будеш знати всі тайни». Бог тобі дасть на твоєму рівні то, що тобі потрібно зробити, що буде, якщо тобі треба знати будущее, Бог тобі відкриє, що буде в будущому, як передостерегся іменно тобі від цього, і як тобі послужити тому, і як тобі послужити тому. Записуємо золоті стихи, зв'язані з ним. У нас вже не залишається час. Може, хтось вже созрів для питання, але поздно. Зв'язані з ним. Золоті стихи. Єремія 1:6-7. «А я сказав: о Господи Боже», давайте мы вместе прочитаем: «Я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне: не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Следующее местописание. Иеремия 29.
И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Иеремия 29:11-13. «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И вас зовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим». И Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Роль в великом плане спасения. Для еврейского народа предсказал вавилонское пленение и его завершение. Предсказал вавилонское пленение и его завершение, и даже предсказал, что это будет длиться 70 лет. Для всех нас предсказал Новый Завет человека с Богом. Предсказал Новый Завет человека с Богом. Бог говорит, что я напишу Новый Завет, заключу и напишу Завет, где? На сердцах. Предсказал Новый Завет человека с Богом. Практические выводы для нас. Бог ищет верных и делает их способными. Бог ищет верных и делает их способными. Бог смотрит на сердце человека. Если мы посмотрим на команду Иисуса Христа, Бог выбрал их сердца. Они не были знатными, не были знаменитыми, у них не было особых каких-то даров и талантов. Они были сердцем верные Господу. Поэтому и Бог их выбрал. Бог ищет верных и делает их способными. Бог выбрал Иеремию и сделал его сосудом для себя. Второе. Все и все были против Иеремии, но он продолжал верно служить Богу. Мы об этом говорили. Все и все были против Иеремии, но он продолжал верно служить Богу. Наши проблемы и препятствия – это не знак того, что нам надо оставлять служение. Иеремия своим примером, своей жизнью, своей посвященностью показал, что до конца своих дней нужно служить Богу верно и преданно. Он показал, несмотря на гонения, несмотря на то, что у него было в сердце, он был человеком, таким, как и мы с вами. У него тоже была печаль в сердце, он говорил искренне об этом с Богом. «Мне тяжело, мне противятся, я не могу говорить, только открываю уста, идут слова такие, только говорю об этом». Он все равно продолжал верно служить Богу. Если у вас не получается в служении, это не знак того, что его нужно оставить. Продолжайте верно стоять Господу. Если вы никогда не переживали в своей жизни, проповедуя Евангелие, что кто-то покается, это не знак того, что нужно оставить, проповедовать, не говорить о Господе, потому что никто еще через мое служение не пришел. Продолжай служить верно Господу. И третье, на момент жизни Иеремии его служение не получило чести и признания, но Бог высоко оценил его труд. Не все то, что мы сделаем, мы получим награду здесь. Но и в этом и весь секрет. И в этом и есть наша надежда на небеса, что Бог приготовил для нас там награду свою. Заповеди блаженства говорят о том, что много мы получим там, на небесах. Все наши молитвы какие-то, может, мы кому-то свидетельствовали, может, мы кому-то служили, и мы не увидели результата своими глазами, и мы не увидели награды для себя, да? Но мы надеемся на встречу с Господом. Вся наша награда на небесах, и написано в Библии, что собирайте себе сокровища где? На небесах. Мы собираем сокровища там, и награда наша будет там. И не все наши труды, те, что вы несете здесь, оценятся по заслугам. Не все ваши
молитвы и прошения пред Господом оценятся всеми людьми. Не все ваше служение ценится в каких-то материальных вещах, в каких-то словесных вещах. Может быть, вы хотели так, чтобы вам сказали, кто-то, может быть, вас поддержали. Не все оценится. Чем меньше мы получим награды здесь, тем больше у нас награды на небесах. Давайте мы поднимемся на молитву. Книга пророка Иеремии для меня стала откровением сердца Господнего для народа израильского. Я ее в этот раз перечитала по-новому. Я увидела новые грани этой книги, новые грани Божьего пророчества к людям. Я увидела сердце Бога, насколько оно любящее и великое. Бог до последнего момента обращался к людям и просил их покаяться. Он говорил: неужели я перед чем-то вами в долгу? Неужели я что-то не сделал? Неужели я был нечестен по отношению к вам? Почему вы отвернулись от меня? Он открывал им свое сердце. Он через Иеремию открывал свое сердце к народу Божьему. Он говорил к ним через притчи. Он давал им образы. Он показывал им и просил их: в последний момент, пожалуйста, покайтесь. Но люди не захотели его слышать. И тогда он, когда излил свое наказание, он все равно был рядом с ними. Через пророка Иеремию он был рядом с ними. И недавно, знаете, я вам как исповедь расскажу, покаюсь перед вами. Недавно я улаживаю обычно детей спать, и моя дочка, она любит, чтобы я с ней ложилась. Ей уже 6 лет, ну вот ей хочется, чтобы мама полежала с ней. Ну, как бы я сначала противилась, а сейчас я уже думаю, ладно, не будет же жена до 20 лет лежать, уже все равно это время заканчивается, можно и полежать, а то потом захочешь полежать, она скажет: мама, я сама. Вот, и я решила, как бы, для нее очень ценно, что я с ней ложусь спать, что я вот ее улажу, чешу ей ножку, вот ей надо, чтобы мама лежала с ней. И однажды она начала капризничать, и у нее есть такая привычка появилась, что она начинает кричать. Вот что-то ей не понравилось, она сразу кричит. Кто знает мою дочь, удивляться, но вот такое иногда бывает у нее. И она начала кричать. Я говорю: доча, я тебя сейчас накажу. Один раз, второй раз сказала: нет. Все равно кричит и все. И я говорю: доча, значит, сегодня я тебя наказываю. Я с тобой спать не буду сегодня. Ты сама засыпаешь. Эти слова ее кинули в такую истерику, что я пожалела о том, что я их сказала. Она начала кричать, она начала за ногу хвататься мою. Она начала плакать: мамочка, ну прости меня, я хочу быть с тобой. Пожалуйста, пожалуйста, мама. Я говорю: нет, ты никогда не поймешь, что нужно правильно поступать. В мыслях такая: ну да, но это ж... Я же должна наказать плохой поступок. Должна стоять на своем твердо. И как бы не отступаю, нет и все. Она еще больше кричит. У нее уже она начала захлипываться. У нее дыхание начало захватывать. И вы знаете, и Бог мне говорит в сердце: а если бы я оставил тебя в наказании? Я тебя наказал и оставил. Тебе бы понравилось такое наказание? Меня, знаете, меня как холодный душ так прошелся. Я говорю: нет, Господи, я бы не хотела такого наказания никогда. Я повернулась к Кате, говорю: Катя, я отменяю свое наказание, я ложусь с тобой. Я ее обняла вот так крепко, сильно обняла и держала ее, пока она не заснула. И я поняла, что Бог, Он не поступает с нами. Да, мы, может, где-то добрые родители, но Бог никогда не поступает с нами так. Бог хочет до последнего. Зачем Бог хочет нас наказать? Я размышляла над этим. Почему Бог хочет нас наказать? Почему? Для того, чтобы мы изменили свое сердце. Только ради этого. У Него нет удовольствия от того, что мы страдаем. Богу не предоставляет удовольствие страдания, и Ему не предоставляло удовольствие страдания израильского народа. Бог не хотел этих страданий. Бог хочет только одного. Бог хочет, чтобы мы все покаялись и познали истину, чтобы мы смирили свои сердца пред Ним, пред великим Богом, и признали Его Господом в своей жизни. И даже когда мы проходим наказание, Бог с нами рядом.
даже когда, может быть, мы не чувствуем, что Он с нами рядом, может быть, нам тяжело, но Бог с нами рядом. Он никогда нас не оставляет. И вся Библия, Слово Божье пропитано этим, что Бог не хочет наказывать. И почему Он медлит? Не медлит Господь, да, как посчитают умедлением, но долготерпит, потому что Он хочет, чтобы все спаслись. Если бы Бог хотел наказывать, то каждый день мы несли бы такие серьезные потрясения в жизни. Но иногда мы согрешаем, но мы не видим наказания. Мы каемся, и Бог отменяет это наказание. Бог не хочет нас наказывать. Бог хочет миловать, и Бог хочет быть рядом с нами. Бог мне показал огромную любовь через пророка Иеремию. Огромную любовь к каждому человеку, ко всем нам. Огромную любовь, которую Он излил через Сына Своего. И эти слова, которые Он сказал, что «Я запишу завет Свой на сердцах вас», этот завет записан кровью Иисуса Христа. Иисус Христос умер, чтобы заключить с нами новый завет. Иисус Христос показал нам наивысшую свою любовь. Бог через Иисуса Христа показал нам великую свою любовь, свою великую милость каждому из нас. Знаете, эти дни я живу по-другому. Я размышляю о том, что Бог не хочет меня наказывать. Бог хочет миловать меня. Он хочет только одного, чтобы я смирилась пред Ним, чтобы я покаялась, где-то поменяла свой путь, чтобы я находилась в смирении пред Господом. Бог хочет меня миловать. Бог хочет меня благословлять. Давайте мы помолимся. Давайте мы поблагодарим Господа за Его великую любовь к нам, за Его прекрасное послание к нам. Спасибо Тебе, Господь Иисус Христос. Спасибо Тебе за то, что Ты показал нам свою любовь на кресте. И кровью Своей Ты заключил новый завет с нами, о котором пророчествовал пророк Иеремия. Господи, Ты открыл нам свою любовь, и мы ничего не можем сделать против этой любви. Эта любовь живет в наших сердцах. И мы благодарны Тебе за то, что открыл нам, каждому из нас, эту любовь, за то, что Ты любишь нас, за то, что, проходя трудные моменты в нашей жизни, Ты рядом с нами. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты благословляешь нас. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты призвал нас на служение. Господи, пусть Твоя любовь будет в наших служениях. Даже когда нам путь тяжело будет, пусть Твое Слово горит внутри нас. Пусть Твоя любовь движет нами. Господи, с Тобой мы все пройдем. И с Тобой мы все преодолеем. Господи, потому что наша надежда Ты. Потому что, Господи, мы не собираем себе сокровищ здесь, на земле, но надеемся на встречу с Тобой. И мы знаем, что Ты приготовил там для нас жилище. Ты приготовил там для нас венцы. И мы не ждем награды здесь, Господи, а мы ждем награды от Тебя. Ты наш Господь. Ты наше основание жизни. Ты наша любовь. Ты наша крепость. Ты наша скала. Спасибо Тебе, Бог мой, за Твою прекрасную любовь, за Твое откровение и за то, что Ты рядом с нами всегда. Спасибо Тебе, наш Господь. Во имя Иисуса мы молились. Аминь. И помолимся молитвой Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться имя Твое, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай кожен день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо провинуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від зла. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, і віки. Амінь. Ми можемо привітати друг друга, благословляти.